Мафия! Решили поиграть в мафию. А я прикольнулся. Он над нами прикольнулся, я так и знал! А проститутка? Уже кому-то дала алиби. У нас новые карты. На лабутенах, давай. Я на гитаре первую мелодию научился играть, в траве сидел кузнечик. Как пальцы резиновые, офигеть! Горько! Горько! Паша собрал все деньги со стола и играет в Аль Капоне. Ребят, на улице уже темнеет, а мы ходим в поисках еды. Можно мат пойти, поезд угнать. В поезде уже поехать себе. Идем на Дэдпул. Да. Вот, сними еще одну высоту. Пашка, давай вниз. Пашка, давай, лови. Мне она не... У меня есть, спасибо. Какой-то движ тут. Отмечаем. Мы просто едим и пьем. Не напрягаемся. И не думаем, да? Скажешь, была в библиотеке с волосатыми мужиками. И все. Мама скажет, ну тогда ладно. Ура, дочь, это свершилось. Мы это, на конях катались. Полоски на лошадях. Они как зимой тоже? Паш, у нас тут нет волосатых. У них нет там зимой, там какие-то... Но мы спрашивали. Нет. Ну там идет как комплектация. Да, вот именно. Комплектация. Есть купе, есть джим, типа. У вас что, это сценка какая-то была, что ли? У нас нет. Прически. А это мне у вас сделали. Тебе сумму хоть нравится? Да, мне нравится. Ничего, кстати, ее нет. Заценим, да? Помнишь это? Шалун. Это меня сейчас она пишет, да? Снимает? Она меня снимает. Никита, я тебя понимаю прекрасно. Я у мамы оператор. Я у мамы оператор. Да, я за. Кто-то сказал, что никто не будет играть в мафию. Давайте сыграем. Я за. Я тоже за. Мафия, 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 мафия. Мафия, пиф-паф. Пиф-паф, ой-ой-ой. Убили зайчиком. Ой-ой-ой. Блин. Серега донимает Серега. Компромат, компромат. Заигрывает. Летом поход. До лета дожить еще надо. Видишь, волос длинный, хорошо, можно разные прически делать. Что ты себе это не делаешь такие? То косичку сделал, то дреды. Я вчера подстригся, чувак. Решили поиграть в мафию. Маньяк. Смотри, сколько людей маньяк, много. Я маньяк. Вот маньяк, козлёшка, вот. Прически стильные. Все, все, я мучу, все, я мучу. Мне нравится. Ждёте сейчас у вас, все, начинаем. Играем в игру «Мафия». Только не подглядывайте на честность. Сейчас раздают карты, вытянули руку. Главное, чтобы туда ничего не положили, не плюнули. А прикинь, бро, ништяки. Ништяки? Смотришь там. Регистрация 2000 тенге. Да была же 1000, ты чё? Ты наугад даёшь или сама хочешь, кто хочет? Нет, наугад. Я их перемешала потом. Блин, печалька. Мы будем знать, кто стопудово мирный житель один. А зачем? А это, а тут что значит? Да так неинтересно. Мафия. Ты мафия! Он мафия! Брат, ну не молись! О, да все уже! Обе мафии спалились вообще! А я прикольнулся! Он над нами прикольнулся! Я так и знал просто, что он прикольнулся! Айдын все карты выложил на стол! Я уже начал следы сразу уже уводить! Блин, Айдын, у меня такая карта была классная. У меня доктор был. Доктор был. Это перископ, да? Да, да. Для всяких случаев. А проститутка убьет этого маньяк? Ну там уже кто кого уже. А у меня разъездный. Ты-то карту спрятал? Или съел? Кто спрятал карту? Вань, тебе эта карта не нужна была, туз? Для карты Рон. Кто? А зачем мы глаза закрываем? Чтоб не подглядывал. Лен, салам. Она говорит по-английски? Данки. Это что, карта? Да. Только не мните, ребят! Город засыпает.
У нас новые карты. Да не. Такие новые карты. Не глядя? На листочки. Что ты одну карту съел? Она уже смотрела. Они обои мафии, короче. Город засыпает, весь засыпает. Так, если честно, Палева к другу прижимался во время мафии. Просыпается мафии и знакомится друг с другом. А, мафии засыпает. И город тоже спит, просыпается доктор. И выбирает свою жертву. Они договариваются, выбирают свою жертву. Мафия сделала свою жертву. И мафия засыпает. Просыпается комиссар. Комиссар, как ты думаешь, кто маньяк? Кто? Просыпается маньяк. Кому маньяк сегодня придет? Маньяк сел сегодня. Вроде все, да? А проститутка? Кто первый? Уже кому-то дала алиби. Доктор. Так, все, город просыпается. Кто что натворил за ночь? Да. Скажи, ты мирный пришел. Мафия сегодня убила... Прилег. Ванька! Кто тебя замочил? Вылечили Айдына! Маньяк сегодня провел ночь с вас. Мне понравилось. Мне кажется, Никита... Лежит и вы так вычисляет. Сережка. Вот мне тоже кажется, или Никита, или Паша Карваско. Пашка вообще без эмоций. Или Давид. Эмоции спрятал. Или Давид. Вот ну ладно, ну давайте за Никиту тогда, ладно. Ага. Так, Ваня не говорит. Так я, да. Убили. Паша. Я думаю, Никита скорее всего лежит в проституте. А Паша тоже лежит. Я думаю, что это Никита, потому что засыпает, засыпает куртизан. Ну, мало она дает алиби. Он всегда дает алиби. Нужно баннер собрать, Серега. Ясно. Берем. Просыпается мафия. Их все еще двое. И они договариваются. Они сделали свой выбор. Мафия засыпает. Мафия! Сто пудов меня грохнет. Просыпается комиссар. Яну убили! Никольска не патч. Хорошо, что не меня. Меня аж позвонили. Какое горе! Бил-то. Одну убили, другую засыпали. Давай. Полманьячина, сука! Город приехал. Так, мне кажется, семейка мафия. Поддерживай, Серёга. Я против. Вот Ром, да. Вот я вспомнила его. Рома, но не зверь. Рома, тебя уже вспомнил. Идешь к успеху. Ну понятно, либо Пашка, либо Роман. Нет, либо я. Он тогда убитый дает свой голос. Если два спорных, то убитый. А как убитый может говорить, если он умер? Роман. Он. Я за Рому четвертый. А разве так можно? Ну ладно. Ну, ну если, да, если спорная такое, ситуация, то убить это да. Говорит. Хорошо. Это я убит, типа, да? Да. Мафия. Браво! Научи. Браво, браво, перфекто. На лабутенах, давай. Че ты играешь, Линкин Парк? Нет, хорошо, ты Хатико? Нет, ну что, я не смотрю. Ты Хатико? Да мы с таким талантом можем просто пианино взять, отнести в центр, кинуть в шкаф. О! Я знал, что в тебе, Лена, спит шансонье. Девочка-шансоньетка. Мурка, ты мой муреночек.
Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой. Давай, таганку, таганку. Все ночи полные огня. Все, ребят, всем пока. Приходите. С нами в автодом интуицию проводить. Я на гитаре первую мелодию научился играть. В траве сидел кузнечик. Все, 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 успокойте эту женщину. Домой иди. Покажи тектоник пальцы. Это тектоник! Как это танцует, да? Не знаю, вот смотри, дырка тебе. Не умеешь так? Покажи пальцы. Назад, вот как ты делаешь? Как пальцы резиновые, офигеть! Ты такой где-нибудь видел? Смотри, это в шоу какое-то надо участвовать. Один, у одного палец танцует, да? Да. Они как рыбки делают. А у этого глаза сними, глаза сними. А у меня вообще глаза. Ого. Как так бегают глаза? Я не знаю. Они в центре у нас. Горько! 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 Побежали. Пожалуйста, пожалуйста. Раз, два, три, четыре. Мы женимся. Весь город переженили. 15. Думает, пока они быстрее бы прошли. Эти сумасшедшие ребята. Можно мат пойти, поезд угнать. И на поезде уже поехать все вместе. На поезде. А, вот почему не хочешь ходить сюда. Зашли в какое-то заведение. Вас, ты где? Тебя не вижу. Какое-то заведение. Тут очень дорого, не знаем, что заказывать. Ребята думают, может взять кружечку чиф, по кругу ее пускать. Че, уходим что ли? Ну дорого что-то, да? Радуги вкусом больше. Что? Это не я. Тут дорого просто. Пирожен нету. Нету. Нам на пирожен хватает только. Оно сколько человек? Я там негде здесь это называлось. А только оселись. Ну хотя бы чай. Хоть что-нибудь, да? С нашими деньгами, но мы должны бить пакет на всех. Доширяк, блин. Ну не будем на базаре есть лиши. Ребят, на улице уже темнеет, а мы ходим в поисках еды. Смотри, насколько тут людей. Мы все хотим покушать, чтобы было это вкусно и недорого, да? Да. Чтоб там что было еще? Кто-то пиццу спрашивал, да? Кто-то пиццу хочет. Кто-то пиццу. Ну, конечно. Кто-то хочет стриптизер. Нас, да, кто-то стриптиз хочет. Нас тут людей много, и у всех... Много. У всех разные интересы, да? Я бы гуляш бы съел. Все, не то. Кто-то хочет там рыбу какую-нибудь, карасей. Девчонки говорят, хотим жареных карасей. Да, вот. Одинка хочет крабов поесть. Крабов хочет. Пушка попить, ему 15. Так что, видите, сами понимаете, тяжело. Тяжело. Один не раз с нами связал. Мы путешествуем по Камбодже. По Камбодже. Если видео потом не пойдет дальше, остановится, то это мы умерли. Куда в новое место идем, да? Девушки говорят, тут вкусная еда, там что-то это. Говорите. Крутая лестница. Для крутых чуваков. Да. Тут еще Новый год. Новый год. С Новым годом. Сюда и сюда. Тут романтик прям. Ну, мне нравится здесь так. Нашли заведение. Не будем говорить, как оно называется. У нас нет рекламы. Ребят, что там заказали? Нормально все? Да. Нормально? 70. Мы тоже заказали пиццу. Какую? Какую мы пиццу заказали? Мясную. Мясную, в общем, с мясом. Привет! Расческа. Так, раз. Ну, записную книжку я видел. Да. Так.
Спрей тоже. Ну, логично, да. Давай. Так. Давай. Фена нет у тебя там? Нет. Блин, кстати, хотела взять. Скажи, что там не хватает. А, чего не хватает? Да. Не хватает плойки, не хватает утюжка, не хватает фена. Я этим не пользуюсь, только утюжком и феном это редко. Порядка там не хватает. Там очень много не хватает. Ну давай. Здравствуйте. Еще пицца? Как вы возьмете? Пятна птина, спасибо. Спасибо. Ну давай угадывай, что у меня еще есть. Что-то большое. Нет. Что, вкусная пицца? Да. Нет. Вкуснее, чем добавить? Нет. Нет. Что, какую заказали вы? Пиццу проще. Какую заказали вы? Мясную. 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 А, Паша, сразу по нам, да? Спасибо. Это кипяток с лимоном. Кипяток с лимоном, да? Да. Чай, пиалка. Кубики, рафинад. Я помню, что раньше такое только кушали, да? Был рафинад, рафинад. Да. Сейчас, вот, сейчас у нас дома сахар обычный, рассыпной берем. О, я люблю рафинад. Я... Я его ввожу своим лошадкам. Да, они это обожают. Покушали, дали такие ништяки. Да. Хорошо, хоть не рис, пломбовыдиратель. А это стиморал, да? Ага, орбит. Ой, орбит. Орбит дали. Паша собрался деньги со стола и играет в Алькапоне. Дискает их, пересчитывает. Тискает. А, тискает. Он не слышит нас. Я тебя бросал, прости, это жизнь. Они нас вообще не слышат по своей теме. Отличается романтик современный от несовременного. Тем, что раньше парень с девушкой стоял и показывал звезды, а сейчас они делают селфи. Смотри, селфи, не улыбайся. Идем на Дэдпул. Посмотрели фильм «Дэдпул», очень понравился, все-таки это супергерой. Ништяк, ништяк герой, да. Мы под впечатлением. Да. Фильм не детский.